Привет всем, короче, я с вами Кристина Белка. И сейчас мы ходили с подругой, хотели поехать, точнее, в Золотой Вавилон, но, к счастью, мы встретили одну тетку, и она нам сказала, хотите подработать? Ну, естественно, мы как умные люди, лезьте нам сюда. Мы сказали, конечно, хотим. Тогда мы пошли раздавать бумажки. Мы их раздали, часа два мы их раздавали. Ну, кстати, мы получили 1000 в автографе. Я счастлива. Happy Пока. End.